Идет стрельба.
ведется стрельба из БФГ-10000. Находится источник энергии для БФГ-10000. Произвожу снижение капсулы. Прямо же здесь! Нам надо... Предохранитель.
сигнала самоликвидируется. Нам надо уходить. Внимание! Персоналу срочно эвакуироваться из города. Палач получил эвакуационные порталы доставят вас прямиком в комплекс на поверхности Марса. Спуститься к ядру Марса на спасательной капсуле. Вот только отсюда так просто не доберешься.
Доступ к орудийному мостику открыт. Включено ручное заряжание. Это оружие, а вовсе не телепорт. Обращайтесь к Джессике в отдел кадров, чтобы записаться на сдачу крови для альтернативно живых. Будьте щедрыми! Сдавайте кровь! Сдавайте ее всю! Ионная катапульта не предназначена для стрельбы нестандартными снарядами. Три, два, один.
мифы о палаче Рока, о его силе, о его воле. Все это ложь для неверных. Прокладываю траекторию к Марсу. Рассчитываю векторы ускорения. Запуск через 3, 2, 1. Входим в планетарную атмосферу. Внимание, турбулентность. Перед вами древний город Гибет. Вы лишь стали стражей, а он уже был затерян. Портал перенесет вас в твердыню стражи, где скрывается жрец. Надо идти.
Этот портал перенесет вас в Твердыню Стражи, где поджидает жрец преисподней Теодрат. Кишки. Огромные кишки. Убить их. Надо убить их всех. У него остались силы. Несмотря на все его раны. Отправьте его на арену. Пусть его судят, как других.
ужасно смотреть, как ты лишаешь нас будущего. Земля будет поглощена, и река вечной энергии не иссякнет. Лишь один народ выживет. Лишь мой народ. Терзай! Пожалуй, ты можешь пригодиться нам на войне, незнакомец. Эти демоны... Они повсюду. Убить. Убить их всех! Привяжите его и приведите к нам. Я хочу узнать подробнее о тех, про кого он говорит. Да, ваша милость. Имей в виду, если здесь прольется священная кровь стража, ты сразу лишишься всякой защиты. Thank you.
ничего не изменит. Земля будет поглощена, что бы ни случилось. Глупец. Портал готов. Надо срочно уходить. Созидательница перегрузила системы. У Великий больше нет контроля над... Если бы ты не помешал отбраковке, раса людей, которую ты так защищаешь, могла бы выжить. Теперь я воскрешу икону греха, чтобы пожрать землю и оставить от твоего мира руины. Жизнь на твоей планете никогда не возродится. Пусть это будет очередной мир, бесславно уничтоженный тобой. Эта цитадель теперь станет твоей тюрьмой. Но лишившись энергии, ты больше не помешаешь нам. И мы продолжим делать то, что нужно сделать. Хотели избавить землю. Теперь поможет вам спасти ее. Миссия в твердыне стражи выполнена. Демоническое вторжение на землю остановлено. Лишь клинок горнила может остановить титана. Вы должны попасть в город стражи Тараснабад, чтобы забрать горнила, пока еще не поздно. Без него вам не остановить титана. Открываю портал в Тараснабад.